Привет, дорогие друзья! Есть такая пословица: как ты Новый год встретишь, так ты его и проведешь. А теперь давайте посмотрим, как встречает Новый год Украина. Утро, 1 января, столица Украины. И что мы увидели? Нет, мы не увидели каких-то праздничных мероприятий с радостными лицами украинцев. Мы увидели унылый город. Мы увидели, как вечером по центру Киева, по центру европейской столицы, как мы любим говорить, прошло массовое шествие с факелами, посвященное дню рождения Бендеры. Нет, ну я абсолютно не против, чтобы такие шествия проходили где-нибудь во Львове или в Тернополе. Да на здоровье. Но скажите, при чем тут Киев? Я вырос в Киеве. Здесь прошло мое детство и юность. Но никогда Бандера не был и не будет для меня героем. Я прекрасно понимаю, что все эти мероприятия проплаченные. Что киевлян там практически нет. Что туда собирают людей со всей Украины. Но власть ведь должна понимать, что положительного имиджа Украине такие мероприятия не придают. По сути дела, после таких мероприятий на нас смотрят как на дикарей. Поверьте, я знаю, что по этому поводу говорят эмигранты, которые очень давно покинули Украину. Они говорят: слава Богу, что наши дети не видят этого безобразия. У них слезы наворачиваются на глаза, когда они видят, во что превратился Киев. Вы понимаете, что меня просто бесит? Мы на каждом углу кричим, что Украина – это Европа. Зеленский уже вообще везде заявляет, что мы скоро будем полноценными членами Европейского сообщества. И все время утверждает, что нас вот-вот примут туда чуть ли не с распростертыми объятиями. А теперь подумайте, как Европа, посмотрев на вот такие факельные шествия, примет нас в свое сообщество. Да никогда в жизни. Они смотрят на все происходящее в Киеве 1 января и думают: а нафига нам эти дикари? У нас своих проблем хватает. А тут еще, не дай бог, по нашим улицам с факелами ходить будут. И вот посольство Израиля в Украине заявило, что осуждает марш и требует расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время факельного шествия. А знаете, как украинская власть отвечает на все это? Они молчат. Дело в том, что Израиль каждый год обращается с подобными претензиями к Украине после таких шествий. И в прошлые года в Министерстве иностранных дел заявляли израильтянам, что каждый народ и каждая страна самостоятельно принимают решения и чтят память о своих героях. Вот так, вместо того, чтобы искать себе друзей и партнеров на международной арене, нынешняя власть делает все, чтобы международные партнеры от нас отворачивались. И как результат, стоит отметить, что глава МИД Израиля Яир Лапид на днях рассказал, что тесно общается с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и обсуждает с ним укрепление отношений двух стран. В интервью российскому изданию «Коммерсант» он назвал одним из наиболее значимых и важных партнеров Израиля именно Россию, которая также резко отрицательно воспринимает уважительное отношение украинцев к Степану Бандере. Вы понимаете? Вернее, мы-то понимаем. А вот Зеленский и его команда не хотят понимать, что Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Наши международные партнеры не хотят иметь дело с теми, кто поддерживает нацистскую идеологию и оскверняет память жертв Холокоста в Украине. И я понимаю наших европейских соседей. После таких факельных шествий никто не будет воспринимать Украину серьезно. А вообще, смотря на киевлян, которые в очередной раз с недоумением и ужасом смотрели на это дикое факельное шествие, нужно понять одно. Задача Зеленского и его команды нас, украинцев, конкретно напугать. Они хотят нас напугать, чтобы мы меньше внимания обращали на тот бардак, который творится в руководстве страны. Вы понимаете, когда власть не знает, что делать, когда власть не знает, как улучшить ситуацию в стране, когда у власти кризис, то она переходит к самому простому методу, к методу запугивания. Но тут есть один момент. Общаясь с людьми, я обратил внимание на один факт. Многие украинцы в случае войны готовы воевать за свою родину, за Украину, тут даже двух мнений быть не может. Но очень многие откровенно заявляют, что не хотят воевать за Зеленского и за Ермака. Сейчас идет очень много разговоров о том, что на носу экономический кризис, и Украину ждет энергетическая катастрофа.
Все уже четко понимают, что Зеленский ничего не сделал для улучшения экономической ситуации в стране. Когда слушаешь президента, то возникает такое чувство, что его окружение пичкает его совсем не той информацией. Один он видит качественные изменения, происходящие в Украине. А мы-то с вами их не видим. Вот задайте себе вопрос, а чем наша жизнь стала лучше? Я даже слышал мнение, что Зеленский мог в прошедшую новогоднюю ночь выйти к экрану и на всю страну заявить: «Извините, дорогие соотечественники, я не справился с такой тяжелой миссией, у меня не получилось, и я ухожу». Но посмотрев на его показушную поздравительную речь, я понял одно. Эти ребята сами не уйдут. Скорее всего, мы в следующую новогоднюю ночь услышим другие слова о том, что Зеленский решил пойти на второй срок. И дело даже не в том, что он очень хочет во второй раз стать президентом, а в том, что он прекрасно понимает, что за все, что они натворили со страной, им придется отвечать. Сейчас мы, оборачиваясь назад, разводим руками и не понимаем, как так получилось, что это мы с вами привели к власти 95-й квартал. Конечно, большинство из нас очень хотели изменений к лучшему. И мы, насмотревшись сериала «Слуга народа», решили дать шанс артисту все изменить в стране. Помните, как нам, например, приводили американского артиста Рональда Рейгана? И мы подумали, а почему нет? Ведь американский артист смог стать великим президентом для великой страны. Так почему наш не сможет? Теперь мы видим, как мы ошиблись. А помните, как мы вначале покупались на вот такие заманушные ролики Зеленского? Працюємо над тим, щоб цієї зими було знижено, були зменшені платіжки за опалення. Це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину. Це буде окрема, ну, дійсно окрема програма. Ми готуємо цю інформацію, готуємо етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваші кошти. Как мы теперь прекрасно понимаем, что все эти обещания президента оказались очередным враньем. После того обещания уменьшить тарифы вдвое, нам с вами эти тарифы наоборот вдвое подняли. И уже после того обмана украинцы поняли, что при Зеленском жить легче не будет. А прогнозы на 2022 год вообще очень плохие. В экономике будут огромные проблемы. Уже все понимают, что нас ждут верные отключения электроэнергии. Мы не видим, как будет решаться вопрос отопительного сезона в условиях повышения мировых цен на энергосырье. При этом всем понятно, что почти вся энергетическая инфраструктура находится в руках олигархов, с которыми Зеленский нам все время обещает бороться. А в своей новогодней речи он с такой ехидной улыбкой на лице заявил, что олигархи его очень боятся. Ага, особенно Коломойский и Ахметов. Эксперты утверждают, что по всем данным, инфляция в стране будет очень высокой. И пока мы не видим, чтобы власть принимала какие-то адекватные меры. Наоборот, Зеленский нам все время рассказывает, что у нас все хорошо, а будет еще лучше. Но что очень важно, уже понятно, что у этой власти нет никакой стратегии развития Украины. Сейчас у власти находятся люди, которые не знают, что ждет страну через год. Такое впечатление, что они живут одним днем. Теперь смотрите. Нас ждут очень плохие прогнозы по взаимоотношениям с Россией. Но об этом мы с вами еще обязательно поговорим. Но уже понятно, что Украина, как государство, будет становиться все слабее и слабее. И при таком руководстве страной нам от этого никуда не деться. Нас ждут очень тяжелые времена. Сейчас многие говорят о том, что нас ожидают в этом году большие народные волнения. И я предвижу, что как только заработает Верховная Рада, первые под стенами Рады в конце января соберутся предприниматели. И поверьте, что в этот раз их будет намного больше, чем предыдущий. Закон приняли, ФОПовцев обязали работать через кассовые аппараты. А аппараты негде купить. То есть власть показала свою несостоятельность даже в таком элементарном вопросе. И люди сейчас прикрыли свой малый бизнес, потому что не могут приобрести кассовые аппараты. Вот такой, ребята, неутешительный ролик получился. А на этом у меня пока все. Подписывайтесь на мой канал,
берегите себя и своих близких, и до новых встреч!